И прежде чем мы начнем, полминуты важнейшей информации. Народ, в общем-то, если вы хотите, чтобы серии по факторке выходили чаще и регулярнее, то подписывайтесь на Boosty, и при каком-то определенном адекватном финансировании я это обеспечу. Просто-напросто, если вы заметите, серии выходят с перебоями, так как цикл нерегулярный на канале, и пропуски могут быть от нескольких недель до нескольких месяцев. И все это связано с тем, что у меня просто не хватает какой-то дополнительной искры, чтобы сидеть факторку больше. То есть, вроде бы мне и хочется, и я об этом постоянно думаю, когда в нее не играю, но вот как-то вот не складывается, и периодически хочется поверить что-нибудь еще дополнительно. Ну и к тому же после перерыва мне тяжело возвращаться. Я все время думаю, да, надо что-то вспоминать, что я там делал, там надо думать и так далее и тому подобное. И все время это момент возвращения факторку откладывается. Ну а сидеть 24/7 я тоже не могу. Вот. А при вашей поддержке финансовой это будет вполне себе осуществимо. Вот. Ну а если вы не можете или не хотите поддерживать материально мой канал, то вы можете хотя бы смотреть цикл с самого начала, потому что он объемный, длинный и, в общем-то, а вот к тому моменту, когда вы досмотрите все с самого начала, выйдет новые серии, а то вы подпишетесь, посмотрите один ролик, потом будет пропуск, другие игры на канале выходят, вы просто отпишетесь и не дождетесь, что там будет дальше-то. Вот. Что толку вот, предыдущие там эпизоды я выкладывал, там, может быть, несколько человек подписалось, я уверен, что никто из них уже ничего не дождался вот этой серии. Так что вот, вот вам два совета от меня, как смотреть этот цикл, ну а дальше контент. Всем ДВС, народ, меня зовут Сергей Лав, и эта серия будет называться «Я задолбался», потому что, ребят, вы не поверите, но я задолбался. И вы скажете, ну, конечно, Серег, ты же играешь, блин, в дисбалансное говно какое-то с хреновыми иконками, ну, конечно же, ты задолбался, блин. Вот, если вы не поняли референсы и отсылки, то вам нужно посмотреть предыдущую серию, где-то последние минут 10, там просто великолепнейший комментарий, который разрывает все, здравый смысл, шаблоны, просто вообще все разрывает, это... Бомба замедленного действия. Вот, ну а если серьезно, я действительно задолбался, вот. Но поговорим мы об этом не сразу, а чуть попозже. А также я вам расскажу, что же я сделал, когда я задолбался. Вот, альтернативное же название для этой серии можно дать как мега-прогресс, гига-прогресс. Ну, не то чтобы он прям был действительно гига, но вы же любите всякие кликбейты и хайпы, правильно? Вот, так что прогресс есть, был и будет. На самом деле, действительно, я посидел. Вот, и знаете, то есть вот в предыдущем ролике я говорил, что я вот вроде что-то побегал по базе, да, что-то поделал вроде, там что-то подулучшил, тут что-то добавил, а вот ощущение, что у меня что-то поменялось, что-то достроилось, что-то улучшилось, ну, вообще какой-то прогресс какой-то случился, вот нету этого. То сегодня другое, примерно другая ситуация. Начиналось все примерно так же, тоже я бегал из стороны в сторону, не знал, чем заняться. Это еще одна причина, почему я не очень люблю возвращаться в факторку. Кстати, а почему вот эти ленты пустые? Или у меня, я же не шист, нет, там что-то есть. Ладно. Я тут не обращал, я тут на эти ленты тысячу лет не обращал внимания, значит, так оно и должно быть все. Вот. Но почему я не люблю возвращаться в фактуру? Потому что ты начинаешь, так вот там что-то вот тут надо такое смотришь, да ее просто там это часов на 50. Ой, ну вот это вот надо делать. Ой, да это тоже часов на 20. И то есть, вот что-то ты туда-сюда бегаешь, не знаешь, за что взяться, все муторное, все какое-то вот вообще забейте, не хочется этим заниматься. Вот. И в итоге ты туда-сюда бегаешь, ничего не делаешь, время проходит, и вот ощущение того, что ты полезно провел время, оно отсутствует. И в итоге это тебя заморалят. Вот, и начиналось все примерно так же. То есть я тоже побегал туда-сюда. И тут что-то все плохо, и там что-то все плохо. И надо что-то делать. И везде все какое-то вот... Без пол-литра не разберешься. Но в итоге я за что-то зацепился. Я уже даже не помню, с чего все началось. Хотя вроде бы началось все с рыбок. А может быть и нет. Но, в общем-то, началось все раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться. И в итоге, спустя энное количество часов, я такой смотрю, блин. А я нормально так посидел, нормально всего сделал, прям как-то втянулся. И вот, ну не то, что прям все супер гладко проходило, но все проходило неплохо. Я вот тут поиспользовал, у меня есть Refined Concrete, я, у меня в инвентаре лежал, у меня его не очень много, он достаточно дорого делается, у меня вообще там, потому что там нужна сталь, еще что-то. Короче, мы там какое-то производство Inquirus тогда сделал, вроде бы, или нет ли... Рядом с рельсами, ну не суть важно. Суть в том, что у меня сколько-то было, я думаю, дайте попробую. Ну просто вот ради интереса. Блин, нифига на нем быстро бегаешь прям. Это здорово. Ну вот все бы дорожки бы поменять на это дело. Вот, но я не просто здесь рядом нахожусь, потому что самое главное, самое интересное происходит вот здесь. И вот здесь вот, скажем так, практически мякотка самая моего прогресса. Это сборка вот этих вот штук, трех штук. Я не знаю, как... три кита, на которых держится все дальнейшее мое развитие, это вал, коробка передач и тормоза. В общем-то, эти штуки, на которые я пускал слюни последние 1500 миллионов лет,
Вот они. Вот это не оно. Вот тормоза, коробка передач и вал. В общем-то, я, может быть, опять же, начинаю немножко с конца, но чтобы контент, да, правильно вам уже накинуть. Но суть в том, что мне казалось, что эти штуки, ну, очень от меня далеко. И прям вот вообще я их получу не скоро. И я вот вчера сидел долго. И у меня не было ощущения, что вот там сейчас парочку, там, что-то пару каких-то моментиков сделать, час-два делов, и я уже эти штуки буду раскручивать. Вот не было у меня этого ощущения. То есть я говорю, я вот бегал чисто вот так потерянно, как-то несистемно. То за одно возьмусь, то за другое. Вот. Ну, потому что ты берешься за одно, прибегаешь в другое место, а тут тоже что-то не работает, тут тоже что-то надо улучшать. Такой, блин, тут тоже надо было что-то улучшать. Переключаешься на это, потому что это кажется, ну, сейчас я быстро сделаю, потом ты переключаешься на что-то, ну, вы поняли, классика. Вот. Поэтому у меня не было ощущения, что я вот прям сейчас это сделаю, и у меня не было такого, что я целенаправленно вот прям стремился эти штуки получить как можно скорее, прямо сейчас. Я же говорю, ну, казалось, что это все очень далеко, и на самом деле здесь две причины. Во-первых, это фишойл, да, который там, ну, знаете, как выглядят Alien Life, Пианодони, и, как правило, это вот прям очень надолго. Вот здесь, наверное, сказалось, что рыбы все-таки в море плавают, их не надо первоначально как-то выводить, слава богу, жалко, другие животные сами нигде не бегают. Вот. Но, тем не менее, это еще полбеды, вторая половина беды, то, что вот, казалось бы, да, три предмета, и они вроде бы как-то вот логически между собой, ну, объединены, да, потому что все относится, ну, первое, что нам приходит автомобиль, но они, конечно, используются не только в автомобилях, да, это и поезда, и сборщики, ну, в общем, какие-то движущиеся штуки, да, тормоза, вал и коробка передач, ну, вот, ну, очень близкие предметы между собой, но где их собирать, черт вас возьми, потому что вот, нет, вот все, что для них нужно, оно везде вот на краях базы. Ну, может быть, не на краях, но оно вообще вот везде, где только можно, размазано. То есть, ветерол, он есть только внизу, да, вот если возьмем тормоза. Да, ветерол, где есть ветерол? Ветерол есть только вот здесь. Это единственное место существования ветерола. Да, керамика. Керамика, ладно, она делается из воды, вроде бы, если не ошибаюсь. Ну, то есть, ее можно по месту генерировать. То есть, ты, по-моему, получаешь сойл из сойла керамику, ну, что-то типа такого. Но по факту, единственное место, где я сейчас произвожу керамику, это где-то вот здесь. По-моему, вот эти вот четыре аппарата, это производители керамики. Или вот эти четыре, по-моему, вот эти четыре. Вот, по факту тоже, блин, ладно, окей, small parts. Small parts — это железо и медь. Я вообще сначала думал, что это только железо, но уже подзабыл. Оказывается, еще и медь, и как бы железо-медь есть, присутствует только вот, ну, вот на этой линии. Больше оно нигде не присутствует. Оно вообще должно присутствовать еще вот здесь. Я еще такой бегал, такой думаю, а что сюда железо не доезжает, не собирается какие-то слитки. А потом смотрю, тут ящик просто стоит, и в него руками надо закидывать. Я такой, ну, понятно, почему оно сюда не доезжает, оно сюда и не едет. Вот, но по факту железо-медь, оно вот только вот в этой части карты, да, снизу здесь ничего нет, здесь ничего нет, и больше его нигде нету. То есть, ну, вы поняли, да. Сталь существует только в одном месте на базе. Это вот это место. Ну, в принципе, близко с железо-медью, окей. И в целом, да, ты такой смотришь. Ага, сталь, в принципе, близко с железо-медью. Керамику я здесь сгенерирую. Дюралюминий и стекло остается. Я не перечислил. Дюралюминий вот здесь производится. Вот здесь. Вот, по-моему, вот этот аппарат как раз-таки производит дюралюминий. В принципе, недалеко от всего этого дела. Стекло, но оно производится здесь. Но вообще стекло можно налить где угодно. Оно трубой легко, в принципе, проводится. Но вообще оно доезжает вот аж до сюда где-то. Уже готовое. То есть, в целом, вот, не считая Витяна, оно вот все здесь. Но Витян здесь. И что, мне Витяна отсюда тянуть? Сюда, что ли? Ну, железо-то мне в любом случае нужно здесь. То есть, железо я отсюда сюда должен просто. Вот, Витяна сюда, еще где-то все построить. Короче, вот. Причем тормоза, ребят, это еще одно из самых простых вещей, если что. Да, но тем не менее, уже вот ты сидишь и в обморок падаешь от того, что, ну, миллион конвейеров нужно протянуть, чтобы это собрать. То есть сама сборка не суперсложна. Поставил аппарат, да, собираем. Вот. Компонентов много, и они все вот прям размазаны. И все это дело не очень прям прикольно тянуть. Дальше шафт. Это Iron Nix Elite, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, какой-то супер-мега-сложный слиток, да, с длинным названием. Small Parts и Solder. Опять же, про Small Parts вы все поняли. Да, они существуют только вот здесь. Solder существует только вот здесь. Вот она, единственная линия Solder. Причем, вот, я еще прозадолбался. Ну, ладно, к Solder мы еще сегодня сходим. Тоже он относится к теме, потому что я задолбался. Но вы все еще не угадаете, почему же я задолбался окончательно. Вот. То есть, Solder там где-то сбоку существует. Ладно, его могу в теории куда-то притянуть. А вот этот вот длинный слиток, да,
Он опять же существует только вот здесь. И что делать-то, ёпрст-те? То есть, если пытаться, вообще изначально думал, где-то снизу будет собираться как раз-таки вот эти вот компоненты, потому что, типа, Интерметалликс здесь, но мне реально вот с базы все, что там есть, нужно притянуть практически надо будет сюда. То есть, миллион просто лент и, ну, такое себе, да. И вроде бы кажется, то есть, вроде бы, как будто бы, ну, вот опять же, шафты где-то здесь надо собирать, но металла отсюда тянуть. Ну, короче, блин, хрен знаю. И дальше у нас гирбокс, который, ну, примерно то же самое, только еще чуть-чуть докидывает сюда титана и фишойла. Фишойла отсутствовал, а титан находится вот здесь, и его нужно, видимо, тоже куда-то тянуть. Короче, я всю голову сломал, ребят, вот, без шуток вам говорю, где это собирать на базе. То есть, ну, обычно, ну, даже не то, что в обычном, но в целом, да, то есть ты вот хочешь что-то сделать, и у тебя появляются какие-то идеи, где бы это сделать, где это построить, да, то есть, ага, типа, вот мне нужна вот такая штука, ты, в принципе, там, опять же, вот это все анализируешь, там нужно, типа, вот это, вот это, вот это, окей, это вот лучшее место вот здесь будет, или лучше здесь место, или, в принципе, лучшего места нет, буду строить, где попадется, где есть свободное просто место, просто потому что оно строить-то надо, да, а здесь я вот уже все моменты перебрал, то ли снизу, то ли сверху, сверху где, здесь, 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 ну, короче, вообще не идет в голову ничего адекватного, где это адекватно разместить, понимаете? Вот. И поэтому оказалось, что эти штуки вообще не скоро находятся, вообще не близко. Поэтому я об этом не думал и как-то вот играл в свою игру. Но, в общем-то, судя по тому, что, ну, как вы можете, могли бы понять и заметить в кадре, раз я эти штуки собрал, да, вот у меня в руках есть шафт как минимум, здесь должен быть мотор, гирбокс. Ну, вообще у меня завод уже стоит вот в, как он там, Automated Factory называется. Раз он у меня стоит собранный, значит, я все-таки фишел-то где-то получил, выжил все-таки эту рыбу. Да. Вот, вообще, плюс-минус, давайте начнем, что вот с чего все плюс-минус и начиналось. Да, я же сказал, я не помню, на самом деле, где был момент зацепа адекватный, но я бегал-бегал и такое. Ну, надо где-то рыбу-то эту все-таки выводить, правильно? Вот этот фишел получать, потому что, ну, всякое надо делать, я никуда не уеду без этого компонента. Хочется мне, не хочется, нравится, не нравится, а раскручиваться надо. Причем здесь еще такой моментик, я уже дважды или трижды на него наткнулся после вот возвращения, после перерыва. Я связываю это с тем, что, возможно, какие-то моды обновились, и просто после миграции что-то поломалось. Я сейчас, к сожалению, нигде это больше не смогу показать. Но вот здесь стояла цифра 0. И уже после того, как я зашел сюда ПКМ и нажал Submit, оно поменялось на 32. И уже после того, как это произошло, я помню, что, ну, что-то много было же. Почему оно здесь 0 мне показывало, я не знаю. Но такое посмотрел, я все это к чему веду. Ну, вообще, тут производство биомасс, оно просто затычечно сделано, потому что я такой, ну, окей, у меня там, допустим, я могу этих каких-то своих тварей, которые там раскумариваю, вот их в биомассу превращать в целом. Вот, просто сделал, посмотреть, сколько вообще надо. Вот, ну и вообще, на самом деле, рыба тоже дает вот всякого выхлопа мясного. Это тоже все в биомассе ведь можно. То есть там не нужно вообще ничего мутить. Вот, ну, суть в том, что я смотрю, здесь 0. И смотрю, в принципе, аппаратов-то не так много требуется. Этот один, этих два, этих там 7, 8, если в две линии для симметрии делать. Этот вообще там единичный или ненужный даже там руками приносить. Сборщик лам здесь самое неприятное. Вот, рыба здесь 0. Я такой, ну, раз 0... Одного хватит, правильно? И один разрубатель мяса. Ну, в общем, вроде машинок мало. Вот, вопрос был, где это все делать, да, потому что тоже, вроде, казалось бы, все это нигде не под рукой. Самое главное здесь подстава — это сборщик ламп, ну, об этом еще сейчас поговорим. Но, так как вы помните, прям вот в онлайне фактически в прошлом ролике я обнаружил, что у меня тин находится вот здесь. И вот здесь, конечно, уже не то чтобы много остается, вот, а не вот здесь, правильно? Вот, то, ну, во-первых, я здесь построил, да, обработку тина, опять же, достаточно стандартная, то есть у меня копированные чертежи от копера, вот, правда, это тоже заняло, там, минут 20-30, вот, но, опять же, это намного быстрее, чем если бы я все с нуля строил, да, я еще такой думал, блин, ну, вроде бы не хочется, а ну надо, вот, да, минут 20-30 это отъело. Но оно того стоило, потому что выплавка тина улучшилась, и мне в любом случае нужен был тин Grade 1 для рыб, да, не просто руда, не просто слитки пластины, вот, поэтому надо было что-то делать. Вот, я здесь чуть-чуть доработал выплавку, протянул отсюда, ну, и вообще, как бы,
Начал думать, где это все размещать. Выплавка сделать чуть позже. Мне пришло на ум вот сделать выплавку здесь. Тина, ой, тьфу ты, рыб. Почему здесь, я уже сейчас вам, ребят, даже и не смогу сказать. Возможно, я зацепился за то, что здесь нужна соленая вода. Я такой, ну, соленая вода. Смотрю, у меня есть засольщики. В принципе, место здесь тоже есть. Вот. Причем я здесь, видите, уже начал рельсы прикидывать. Это вообще было без задней мысли, что у меня там поезда скоро. Вот. Это просто случилось. Я вернулся. Видите, у меня здесь разметки есть, что здесь станция, здесь рельсы. То есть я этот прогал специально оставил под рельсы, да, что они вот здесь завернут немного, здесь будет какая-то станция. Вот. Это вот самые последние мои такие актуальные были соображения насчет разрельсовки моей базы. Но я вернулся и такой, блин, ну вот здесь вдоль моря вот этого, вдоль озера, прям вообще отличное место. И классно будет, если рельсы будут идти прямо вот здесь. Я, правда, чуть промахнулся, видите, и кончик придется засыпать, но это ничего страшного. В любом случае, пустующее место какое-то неприкольно. Вот. Но, по-моему, изначально, супер-мега давно я именно так и планировал. Вот. Потом просто здесь все как-то застроилось, и план как-то что-то подотпал куда-то. Вот. И поэтому я уже чуть позже решил, что окей, рельсы будут просто чуть ниже тогда. Но, на самом деле, вот вроде бы это когда-то было такое в задумках. Поэтому такой, ну, прокину сюда рельсы, просто чтобы не забыть. Просто чтобы уже, ну, как, у меня рельсы все равно скрафчены, если в любом случае надо будет рано или поздно ставить, правильно? Вот, поэтому я их начал тут размечать. Вот, и смотрю, у меня остается здесь плюс-минус какой-то прогал, да, и, в принципе, вот здесь вот, если чуть выше рельс посмотреть, здесь можно будет поставить еще одну такую линию производства МОСа, потому что МОС, возможно, куда-то начнет уходить, да, то есть в целом здесь ничего такого, ну, они, в принципе, вроде бы уберутся здесь. Можно вроде бы, а может быть и нельзя, не знаю. Я еще думал, рельсы, может быть, загнуть, но они как-то хреново гнутся. Вот, я уже забыл, как нормально это все делать. Вот, и думаю, ну здесь есть пятачок, смотрю, вроде, ну, мне нужен всего один сборщик этой хренотени. Думаю, ну, давайте сделаю вот этот сборщик хренотени. Да, то есть, ну, опять же, без там какого-то супер-мега-глобального плана. Здесь закладка, закладка чего здесь? Здесь, по-моему, закладка была копера до того, как я его сделал. Тина, точнее, копера. Вот, кстати, портал Fish, он вот здесь вот был, я его чуть перенес, здесь был какой-то безымянный портал, который чуть ни туда, ни сюда. От него, вот на него затайпаешься, и все равно куда-то бежать надо, я думаю, переставлю выше. Вот, соответственно, такой, ну, сделал, окей. Тин здесь есть, я вообще думал, может быть, здесь какую-то обработку тина сделать, ну, чисто, чтобы этот тин получать, вот этот грейд 1. Но я в итоге просто притянул сюда рельс, ну, лентом. Да, нормально вроде собралось. Думаю, ну, окей, все, вообще здорово, не супер сложно даже. Вот, и такой, ну окей, мне нужно 7 таких вот, да, яйцекладочных ферм и одна рыбная ферма. Быстренько все это организовал. Если, на самом деле, все реально быстро получилось, потому что, ну, я просто закопировал, вставлял эти сегменты труб. Я супер неэффективно все время строю. По сути дела, нужно строить там, допустим, одну и дальше полностью, да. Ты построил одну машину, полностью к ней построил все примочки и просто раскопировал ее 7 раз. И я что-то так не люблю, я все время строю сразу вот все машины и вокруг них начинаю обстраивать. Вот, это все время больше времени занимает, но мне как-то так комфортнее, мне так больше нравится, не знаю. Мне так, я больше, лучше вижу общую картину. Не знаю, не могу без этого. В общем, здесь супер, ничего сложного тоже нету. Соленая вода, опять же, здесь вот я ставил, по-моему, засолочки, да, что тут вошеры есть, которые будут мне намываться. Но у меня есть уже вошеры, я такой отсюда приценю, собственно, тоже, почему выбрано было место, да. То есть, вроде бы все есть на месте. Ничего сложного тут не надо. Вот, и вообще, как бы, вот сама вот эта штука, она, опять же, несложная в обслуживании. Фитопланктон его хватает вот этой 1% на 7%. Да, судя по подсчетам. Но здесь только рыбу закладываешь, ты мусор сливаешь, это вообще не проблема, да, получаешь икру. Икру надо выводить вот здесь. Вот, здесь самое неприятное то, что здесь лампочки нужны, а лампочки это вот все подряд и того, что здесь нету. Это стекло, медь, копер, ну, опять же, медь. Где-то нужно делать, в общем-то, автоматизированную сборку ламп. Почему? Потому что я в прошлом ролике сказал, вот, что батареи-то вообще не скоро, батареи-то вообще не скоро. Вот. Но это надо целенаправленно уже не бегать от одного к другому, к третьему, к десятому, просто вот сесть и эту цепочку раскрутить, и все. На самом деле, она не то, что, опять же, супер грандиозная. Если вычесть отсюда сборку ламп, то здесь вообще ничего такого суперсложного нет. Опять же, аппаратов очень мало. Если не считать, конечно, 22 таких аппарата. Вот. Все остальное фигня. Но опять же, 22 аппарата. Ну, мы копипасты тут делаем. И все. Тоже не супер прям... Ну, вопрос делать их, допустим, 6 или 22. Не сильно разница, правильно?
Это просто место много будет занимает. Вот, я еще думаю, блин, надо мне эти вот эти вот грандиозные гигапостройки или не надо, потому что я уже сколько раз на это натыкался, да, с самого начала. Лес я построил, не нужно мне столько леса. Вот мост построил, вообще моста должно было быть не вот столько аппаратов, а 40, что ли, или 80 аппаратов на мост, по моим подсчетам. То есть оно должно вообще вот такую территорию здесь заниматься было, но это не масштабировало, потому что это лень, время, ресурсы и так далее, изобилие, и вроде как хватает. Так же, как САПа, вот этих САПов тоже должно было быть штук 80, они должны были еще вот... Вот это, ну, в принципе, вот это весь прямоугольник занимать, или даже больше места. Но, опять же, их что-то стало хватать, и я забил. Вот этих я построил миллион штук, я понятия не имею, надо ли мне реально эти, такое количество этих аппаратов, или там в три раза меньше бы хватало. Вот этих вот загонов там тоже, и по моим там изначальным планам, нужно было там 30 штук или сколько-то. Да, я в итоге поставил сколько их тут, 2-3, и... Да, вот вроде, да, два всего вот этих аппарата выводочных, и их, в принципе, ну, подхватило, да, там, конечно, пузырьки вторые выводятся очень плохо, но они очень долго не производились, я показывал, за то, что вот эта хрень забилась. Вот, так что тоже, надо ли мне там вот 20 этих аппаратов, или хватит там поставить их вообще там 4, например, в принципе, тут не 20, а там 5 поставим, да, 4 поставим. Ну вот, то есть вот так вот все это смасштабировать, и вообще вон 0,06 машины требуется, 0,38 машины требуется, 0,1. То есть вообще в пределах одной машины всего хватает, да, и 4 вот этих вот. Схема здесь, ну, по-моему, она очень такая же, как то, что я построил, да, на выводке. То есть там нужны бочки, которые курсируют, я, возможно, оттуда все скопирую, она, возможно, абсолютно идентичная вообще схема, и там тоже, по-моему, и мост, и цветочки нужны, и, по-моему, абсолютно то же самое, вот. Возможно, это даже строить особо не придется, изобретать, остальное, ну, просто там в линию ставишь эти аппараты. То есть в целом это можно раскрутить, там, час-полтора, наверное, посидеть, давайте вернем 20 просто, чтобы, ну, я хочу, чтобы так было. Просто если делать здесь 20, да, здесь резко сюда 10 мегаватт улетает, ну, это ладно. Но сюда начинает улетать 500 натифлора и 250 моса, собственно, почему я и заговорил о том, что мос может потребоваться в больших количествах, что не очень приятно. Да, а надо ли мне 20 батареек в минуту, это еще вопрос тоже. Да, то есть я здесь часами сижу, и батарейки, они пока не как расходник куда-то идут, вроде бы, а просто на постройку каких-то аппаратов. Возможно, мне и 5 хватит, реально, там, и 4 в минуту хватит, потому что они будут копиться, там, за 10 часов их накопится, сами посчитайте, сколько. Вот, а 10 часов провести в пианодоне, сами понимаете. Так что, скорее всего, я все-таки это урежу до, там, 4. Вот, а если надо будет, их можно будет докидывать. То есть эти аппараты вообще не нужно будет увеличивать, да, то есть они не особо потребляются. Даже если я их потом удвою, этого всей конструкции будет хватать все еще. Вот, так что нормально. Вот. Ну, я еще к чему это? А хрен узнать, к чему это. А, ну еще к тому, что вот рыба. Ну, то, что лампочки нужны. И там тоже лампочки нужны, и поэтому я говорю, нужно где-то уже просто сделать сборку лампочек, централизированную, условно централизированную. Просто, чтобы не каждой вот этой вот ферме подводить, ну, не на каждой ферме строить эти лампочки, не на каждую ферму тащить медь, железо, стекло и так далее. Да, уже где-то собирать лампочки и лампочками их транспортировать уже к фермам. Вот, правда, я все еще тоже не могу понять, где, потому что это все... Ну, на самом деле, здесь есть, вот здесь все есть, да, для лампочек. Проблема в том, что здесь места нет для производства, это раз момент. Два момент, здесь ниоткуда, некуда все это дело вести. Да, как тут все укомплектовано, я не рассчитывал, что я здесь еще что-то буду достраивать, да, так как это типа шина, в кавычках, она должна была дальше идти. Вот, но потом идея эта что-то померла, да и дальше тут вести некуда. Вот, а здесь уже тоже застроено. Ну вот, так что... Вот. Но вообще, на самом деле, вот я сейчас смотрю, и вроде бы вот это место неплохое. Это, если что, лаборатория. И насчет лаборатории у меня одни из последних мыслей, что их надо отсюда убирать. Почему? Потому что, ну, лаборатория — это то, куда ты используешь банки. Все банки, да? То есть от первого тира до последнего. И является ли вот это вот место, когда-то будучи центром базы, да, хорошим местом, куда я буду реально свозить все банки? По-моему, нет, правильно? Потому что место в жопе мира находится. Оно здесь уже ничем... Ну, то есть место неудобное и не рельсовое. Я подозреваю, что банки многие будут привозиться на рельсах все-таки. Вот, потому что это самое адекватное, да, что можно сделать, да, развозить их рельсами со всех краев базы, чтобы не париться о том, что у меня банки там где-то за 3-9 земель находятся, потому что, очевидно, новые банки будут производиться с каких-то новых компонентов, и это явно не будет близко к предыдущим банкам находиться. Вот, поэтому вот я пока намечиваю себе место где-то вот здесь вот, возможно,
вот, перенестись куда-то сюда, вроде бы адекватное место, да, можно, конечно, куда-то не сюда, но просто сюда я дотяну лентами, то есть, по сути дела, первые банки производятся здесь, и она, лента, вот сюда просто выходит, я ее прокину вот сюда, это не супер далеко по базе, правильно? Вот, сюда же, в принципе, я и вторые банки смогу притянуть, уже хватит терпеть, и пора бы банкам в одно место попадать автоматически, правильно? Хотя, может быть, я уже это рельсами сделаю, потому что я уже, в принципе, могу это делать, ребят, ну, почти. В теории, да, возможно, кстати, прямо вот на видео сделаю первый состав, чего мне там не хватает. Я вообще так и хотел, да, на самом деле, я просто уже не все идеи сразу вспоминаю, которые у меня были. Нет состава. Состав вот здесь находится. Мне нужно 4 тормозов. Тормоза у меня накрафтились. Вот. Чего мне там не хватает? Один гирбокс, 4 шафты. Но вот этого у меня нету, к сожалению, потому что я потратил. А, гирбокс есть, 4 шафты нужно. А здесь... О! Здесь оно скрафтилось, оно просто никуда не выкладывалось. Это правильно. Потому что этот ящик общий, и шафт сразу отсюда сюда начинает закладываться. Я неправильно сделал. Пам! Ребят. Вот. Все, ребят. Первый поезд, тем более рельсы есть, я говорю, я вот строил их вообще без мысли, что я тут, он, 103 час. Кстати, здесь какой-то рассинхрон, смотрите, 103.27, сейв гейм, сейв 105.55. У него какой-то рассинхрон на полтора часа, я это заметил, когда у меня какой-то ачивмент выскочил вчера, и он показал мне 99 часов, а я уже как бы больше, знаю, что я точно больше 100 насидел по сейву, но это не суть важно. Да, погрешность какая-то, лёс, что-то супер погрешность. Где мой состав первый? Пяу, еее. Все, поезд присутствует у меня на базе. Первый мой поезд. А где-то чем можно запитать? Ну, окей. Вот, соответственно, дальше это дело можно подраскрутить, да, и хотя бы пару поездов зарядить уже, поставить по станциям, пусть они туда-сюда катаются. Пусть даже без всякой автоматизации, просто по таймеру там, да, постоял 30 секунд, уехал, постоял 30 секунд, уехал, или там, ну, вы поняли, да, подождал минуту, уехал. Вот, пусть просто катаются, ну, ради чтобы было уже какое-то начало. Вот. Да, я что-то. Да, я никак не могу осознать этот момент, что на самом деле все это близко уже. Все это, точнее, не то, чтобы близко, все это уже есть. Вот. Но, собственно, мысли, да, именно организовать уже где-то централизированную точку для лаборатории и именно через станцию туда подвозить, чтобы, ну, чтобы уже там была станция, и возможность туда загружать все последующие свои пузырьки, в том числе. Да, чтобы это уже было место, которое вот. Ну, не знаю, насколько она до эндгейма доживет. Да, все в моменте все-таки находится. Но, условно говоря, оно такое более долгоплановое, более запланированное, чем вот когда вот здесь я это строил. Потому что, ну, здесь были производства банок. Соответственно, и лабы-то мне неправильно, где еще их строить. Вот, опять же, древнейшее место на базе, одно из древнейших. По сути дела, если ты отсюда убрать, здесь появится место для того, чтобы здесь можно было организовать сборку тех самых лампочек. В принципе, здесь их можно будет протянуть вот сюда к рыбам. И этих животных я выводить тоже буду, наверное, где-то здесь, в этих краях. Вообще, я думал вот это место застроить, типа там нужно 20 этих загонов, да. Но если строить даже не 20, в целом здесь место как раз для загонов. Ну, большой пятак, чем его не застраивать, что ли. Рано или поздно это должно было случиться. Так же, как и вот это место на базе тоже. Сколько оно проставило, сколько оно пустовало. И вообще здесь вполне себе органично, правильно? То, что у меня здесь всякая как раз таки органика, да? То есть лес, сапы, еще какая-то дрессетанина, мос, да? Здесь животные рядом. То есть как раз таки место каких-то ферм. Так что рыбы здесь вполне себе вписываются. Вот, но я это все построил. Здорово, классно, замечательно. Я вот эту штуку запустил, закинул лампочки руками. Этот вот биомусор тоже сюда закинул биомассу. Все, начали рыбы производиться. И я смотрю, они производятся как вообще не, вот, не похоже, что этого аппарата хватает на 7 вот этих вот аппаратов. Вообще не близко. Я сюда зашел, потыкал, ну о чем вы уже в курсах, да? Зашел такой, что-то, ну почему 0-то такой? Зашел, ну думаю, все нормально. Submit 32! Вот, и это вот все к той же теме. Нужно ли мне реально строить эти 32? Нужно ли мне 200 масла в минуту или не нужно? Ну, просто я уже все построил под это производство, под 32 вот этих, понимаете? Правда, это меньше из конструкции. И, блин, здесь все так органично, вот еще самое обидное, здесь все так органично построилось, потому что она встала в этот же ряд, под те же трубы, тут тоже нужна и соленая вода, и мусор сливать нужно. То есть те же отходы, та же закладка, да, и здесь все хорошо, я прям раскинул. Прям вот вообще супер замечательно, только этих штук нужно еще 31. И вот вообще не хочется строить, может быть, построить меньше, там, под 50 масла, я думаю, может быть, хватит.
да, строить не 31, а вот 8 всего. В целом, вот здесь ряд просто еще один сделать, да, рыбок этих. Вот. Ну, окей, здесь получится прокал, на самом деле его здесь не получится, потому что... Ну да, я же гений, ребят. Непризнанный, правда. Но я рельсы там прокинул, да, это было чуть раньше, чем вот это все построилось. Я вот это вот построил, да. А к тому моменту, когда я дошел до строительства вот этого кончика, да, рельсы уже у меня были не в кадре, понимаете? Вот так вот, видите, они не в кадре. И то, что вот здесь идет путь, у меня из головы уже улетучилось. Я такой, ну отлично, место же здесь есть. Здесь я еще и поставлю. Угу, поставил, блин. А рельсы-то где будут идти, блин, Серега? Из прошлого. И Серега из еще большего прошлого. Ну, в общем, да. Как очевидно, это все надо сносить. Вот эту вот надстройку. Если вот эта надстройка, это прям совсем времянка, очевидно, да. Я просто поставил какую-то бочку, которая у меня нашлась в руках. Я оптимистичный был, что у меня будет 100 тысяч масла, рыбьего жира этого. Да, его тут и 1000-то нет, его и... Его и 10-то тут нету, его нисколько здесь нет. Один. Один рыбий жир просто. Она там капелька где-то на дне лежит, это ЦСР там. Вот. Но просто, чтобы она куда-то скапливалась, потому что здесь она скапливаться не будет. Вот. Она здесь не работает ни хрена, потому что здесь, вот видите, нет компонентов, она еще не достроена. Хотя, почему оно так, я вот не знаю, потому что я поставил приоритет аутпута вот сюда, соответственно, вот этот весь бяхалам, а здесь получается много, всякой дрестанины, правильно, из 8 рыб получается вон сколько всякой побочки, и это все должно было прилететь сюда в первую очередь, да, точнее, погодите, или что-то неправильно сделал, нет, это не, оно не отсюда выкладывается, оно вот отсюда выкладывается, по сути дела, все... Да, то есть вот эти все компоненты, они должны в биомассу превращаться и в первую очередь попадать вот сюда. И оно, его должно биомассы хватать. Почему ее здесь не хватает, это вот вопрос. Надо будет последить, почему так работает. Ну, так как у нас еще перестраивать. Вот. Ну, соответственно, вот здесь появится пустотень, естественно, сжигатель всякого дерьма, видимо, я просто сюда перенесу и освобожу это место. Вот, правда, вот это... Ну, я просто Ctrl-X сделаю и перенесу это куда-нибудь тоже сюда, вот поближе. В общем, раскрутил я тему рыбную, да, поставил вот эти вот аппараты, и на самом деле, если вы думаете, что сразу же после этого я построил здесь вот эти штуки, то вы очень сильно ошибаетесь, потому что вот эти штуки здесь появились сильно позже, да, потому что я это сделал такой, ну окей, пусть копится это мое масло, а я пошел дальше дела делать, вот, и дальше дел было еще у меня не в проворот, блин, значит, уже полчаса сделал, думал, в полчаса уберется эта серия, что-то как-то некомпактно я рассказываю, ну да ладно, как получается, ребят. Не буду я перезаписывать, правильно там. Вот. Короче, вот оно место, за которым я задолбался. И вот тут уже в кадре нету всего того, что было здесь в процессе. На самом деле, напоминаю, вот это вот, здесь был, стояла только вот одна печка, и она стояла чуть левее, чуть ниже. Вот здесь подключена через 5 манипуляторов. Вот эта технология. Вот. И я вообще что делал? Крутился я, вертелся. Думал, а ход в воздухе, о горячем воздухе, вот, и что-то я куда-то тыкал, не помню я уже, если честно, куда я ткнул, вот в схеме, мне подсказало, что нету ни одного рецепта, который это производит, вот такая вот мне всплыла вот здесь красное предупреждение, что было очень странно, я не помню, правда, за что я заткнул, может быть, вот в это я ткнул, вроде бы нет. Вот, да. No existing recipe produce this item. То есть, якобы, я не могу производить коковин газ вообще. То есть, не в плане, что у меня он не разблокирован, а в плане вообще в игре не существует этого рецепта. Вот, но я точно помнил, что я его где-то произвожу, и связано это где-то с углем. Вот, я, собственно, сюда прибежал, и действительно здесь производился этот коковин. Правда, он здесь стоял цистерна, опять же, ее здесь уже нет, вот эта вот такая вот. И дальше сжигатель. Я такой, ну, хватит это терпеть. Вот, но здесь мы немножко вернемся, опять же, в другое место, перескочим, потому что началась, на самом деле, эта история чуть в другом месте. Вы не поверите. Вот она здесь началась, потому что еще до рыб, до всего, я такой, блин, ну, может быть, здесь хотя бы горячий воздух подключить? Вроде бы это не суперсложная задача, уж с этой задачей-то я справлюсь, наверное. То есть рыбы казалось, что там вообще муть. Да, и так далее, и тому подобное. Чего не возьмись, везде какая-то муть. А здесь, казалось бы, ну просто мне нужно нагревать кирпичи, остужать кирпичи, нагревать кирпичи, остужать кирпичи. Все, там, изи-пизи. Вот, я даже не стал это ломать, но это уже здесь можно снести. Что-то я поставил эти аппараты, смотрю, что-то какая-то здесь муть. Мне вообще сначала казалось, что оно наоборот, я просто неправильно что-то воспринимаю. Смотрите, здесь нужно 20 кирпичей за 2 секунды,
А здесь мне нужно, я получаю 5 кирпичей за 8. И мне казалось, что наоборот, я в одном месте 20 за 8 мне надо, а в другом месте я получаю 5 за 2 секунды. Типа, вроде как один к одному, оно стыкуется, правильно? Ну, если посчитать. Вроде бы как все компактно, органично. Я вот что-то типа такого хотел сделать. Причем, кстати, я такую конструкцию запустил вот здесь. Ну ладно, сейчас перейдем. Ну, короче, я на это смотрел, и вот такой вижу, что ни хрена оно не так все-таки. И оно реально здесь 20 за 2, а там 5 за 8. И мне нужно не один к одному, а 16 к одному, ребят. 16 нагревальных аппаратов, да, нагревателей кирпичей на один остужатель кирпича. Вот. А во-вторых, газ-то вот этот остывает в процессе. Здесь получается на входе газ 250 градусов, а на выходе 100. То есть я не могу его по кругу гонять. Мне его нужно еще получать где-то, оказывается, в каком-то энном количестве. В количестве вон много в секунду, правильно? Особенно если я буду таких 16 строить. В общем, я это здесь поставил, оно не было запущено. Дальше вот этой конструкции дело здесь не пошло, потому что я осознал, что что-то как-то жижня полная. И я на это забил, на энное количество часов. Вот, и все это дело воспряло, я к этому вернулся. Когда такой, блин, ну почему нету рецепта-то? Ёпрст, я знаю, что он есть. Я знаю, что я могу получать этот газ, я его видел своими глазами. Пришел сюда, да, стоит одна вот эта печка, она причем была отключена, лента была повернута, чтобы ничего не производилось, потому что эта хренотень сжирает уголь как не в себя. Просто кошмар, она сжирает 10 угля за 2 секунды, то есть 5 в секунду жрет, как вам такое потребление роу-ойла, а у меня как бы угольный кризис последние 103 часа, да, вот, с половиной. То есть этот аппарат был отключен, потому что иначе вот эти аппараты вообще до них не доезжают угли, но до них все еще не доезжает. Эти аппараты как были построены, так они не пытаются, не раскручиваются вообще никак. Вот, и я такой, ну у меня есть здесь этот куковин газ, вот там целый цистерн скопился, он там сжигается. Думаю, надо попробовать еще раз построить эту хрень, которую вот там вы видели, да. Я построил ее также, два аппарата. И по идее просто один перекладывает кирпичи в другой, нагретый, а из второго остуженные кирпичи обратно возвращаются в первый. Окей, оно не 16 к 1, но это хотя бы сколько-то, скольки-то, правильно? Причем, когда я это построил, оказалось, почему-то один из вид кирпичей, обычный остуженный, не перекладывается обратно. Я так и не понял, почему. То есть из первого аппарата, когда кирпичи нагреваются, они перекладываются манипуляторами. Во втором аппарате, когда они остужаются, остуженные кирпичи обратно не перекладывают. Я не понял, с чем это связано, может, я тупой оказался. И ну, то есть, что-то очевидного не сообразил. Но мне пришлось поставить просто между ними еще одну ленту, и просто манипуляторы выкладывают кирпичи на ленту, и тут же закладывают их в соседний аппарат обратно. Иначе мне никак не получилось дело запустить. Я это запустил. Оно заработало. Я получил первый горячий воздух. И вот здесь поставлена была еще одна такая цистерна, такая здоровая, вот прямо здесь вот. Причем здесь еще имеется в виду, вот эта труба, она шла вот на вот столько блоков ниже. То есть вот здесь вот труба идет. Здесь особо пустого пространства не было. Вот ощущение пустого пространства. Здесь еще сюда впихнута была тут эта цистерна. Я это все дело запустил. Получил первый горячий воздух. Такой, горячий воздух. Здорово, классно. Но его ни хрена нет. Понимаете? Потому что, ну, там-то нужно 16 к одному. Я к этому моменту уже это понимал. Но мне хотелось это запустить и посмотреть, что оно работает, в принципе, да, и как вообще это дело. Ну, работает, да, окей. Поставил тут один сжигатель жидкостный, на него намотал кучу моторов, потому что он не сжигал ни хрена, и эти моторы не хотели работать. А мне надо было, чтобы он сжигал, потому что иначе не производится горячий воздух, потому что если они потребляют этот газ, да, на выходе, который я получаю со 100 градусами, да, так вот, соответственно, аппарат встает, и он ждет, пока этот газ из него высосется куда-нибудь. Только потом он начнет его обрабатывать. Вот, и чтобы этого заступора не было, я хотел, чтобы это все работало на максималочках. В общем, концепт был запущен, все здорово. Стало очевидно, что, ну, надо строить красиво. Да, надо строить 16 к 1. Вот, соответственно, результат вы видите уже на своих экранах. Здесь было много перестроек, я говорю, тут цистерны были, я... Все, ну, много тут было итераций. Вот, все это вы уже не можете увидеть. Вот, процесс, да, как оно эволюционировало. Но оно эволюционировало. В конечном счете, я цистерну снял. Причем самое забавное, я потом уже это осознал, насколько это глупо было. В цистерне накопилось 4000 горячего воздуха, в большой.
И мне жалко было эту цистерну ломать, но она мешала здесь мне, очевидно. Я поставил здесь маленькую, и я помпой выкачал этот горячий воздух из большой цистерны, вот сюда его перекачал. 4000 горячего. Ну, это ценный, понимаете, очень ценный ресурс, его нельзя было выкидывать. Я просто потом уже спать, когда пошел, я осознал, блин, ну это же, ну я вот прям вообще никак, не... Я такой, ну 4000 надо его, нельзя его потерять же, правильно, у меня же его... Ну просто я столько времени здесь провел, чтобы это все дело получить, вы не представляете. Вот, и поэтому я такой, ну надо его перекачать, да, сейчас помпу скажу. Я просто знаю, что так можно делать, и вот я такой, я ни разу так не делал, наверное, в своей жизни, первый раз это сделал, перекачка, выкачка жидкости какой-то, насильная такое, форсированная. В общем, расчистил территорию, начал импровизировать. То есть здесь, на самом деле, очень... Такие свободные тайминги, 5 кирпичей за 8 секунд, что там, что там. И я такой, окей, буду горящие, хоть, ну, типа, опять же, у меня не было какого-то картины общей, да, я начал импровизировать, такой, ну, мне надо как-то выкладывать, ну, хочу, типа, вот так сделать, да, чтобы труба была между этими аппаратами. И такой, окей, я могу и ленту протянуть, здесь, на самом деле, и труба, и лента идет, здесь просто не видно. Я обычно так не строю, но здесь просто как-то хорошо получилось, на самом деле. Вот, окей, будет здесь у нас и труба, и лента, а выкладывать я буду вот в бока. Да, типа, по одному манипулятора хватит, я построил такой концепт, опять же, я сразу построил все, и дальше все остальное достраивал уже. То есть у меня не было понимания, что оно точно сейчас заработает, и что все получится. На самом деле, получилось очень классно, я так ни разу, наверное, не строил еще на всей базе. Вот, я подключил трубы, да, то есть, ну, по сути дела, здесь все. Посередине выходная труба, по краям входная труба газовая. Причем... изначально вот здесь вот этот блок же тоже должен быть плотно стоять. То есть видите, какая конструкция, да? То есть у нас между двумя аппаратами прогал в 3. Это выкладной как бы прогал, а, соответственно, соседний прогал нам не нужен. Здесь они стоят плотно. Опять же, выкладной, плотно. Ага, как бы не так. Здесь просто стоит труба сингаза. И я решил, что я не хочу мучиться и крутить эту трубу сингаза как-то еще, да. И я такой, ну окей, здесь позже тоже будет прогал в 3, тем более я смотрю, оно получается симметрично относительно этой трубы. Да, видите, вообще красиво получилось. Причем этот прогал еще свою роль сыграет. Вот, соответственно, я такой, ну окей, пусть будет здесь прогал, да, все построил, такой, окей, мне надо еще закладывать кирпичи ведь как-то. И вот на этом моменте я подумал, что сейчас придется вообще все переделывать, потому что как их, блин, закладывать, ее просто, мне нужны эти кирпичи гнать, такое ощущение было через вот, вот кругом, через все вот это вот. Места здесь особо нету. Да, и мне казалось, что все будет сейчас, все очень плохо. Но меня осенило, у меня же есть прогал, и здесь еще половина прогала пустого. Ну и в итоге я достроил такую конструкцию, блин, очень классно получилось, мне очень понравилось. Я никогда так не строил, я говорю, чтобы вот у меня именно выкладка была боковой, и при этом на боковой сразу две ленты при этом рабочие, и одна идет вот со стороны, другая в центре. Не знаю, может, в каких-то старых сейвах где-то что-то такое было, но на этом сейве 100-часовом еще ничего такого не было. Вот, и получилось очень органично, мне очень нравится, как все здесь было закомпакчено, но после всего этой постройки мне еще потребовалось трубы подключить, правильно, половина труб подключить, вот эти вот верхние и нижние, соответственно, я такой, о, у меня же есть прогал здесь, правильно, отлично, прогали и подключу, видите, здесь он свою роль сыграл. А потом мне потребовалось еще и газ, который выходной, уводить куда-то на сжигание, правильно, и если бы не вот этот прогал, опять же, мне эту трубу пришлось бы где-то, не знаю, с краю выводить, а при этом мне еще пришлось бы это все дело огибать, потому что здесь и так уже идут трубы с этим газом, ну, с входным газом, который 250 градусов. И вот, короче, тоже было бы приключение не очень веселое. Наверное, через вот этот край здесь, наименее он загруженный просто, пришлось бы выводить. Но сжигателя здесь, и я такой, ну, у меня опять же есть место, да, я его и использовал. То есть в итоге, я думал, здесь будет пустотень, а здесь нифига не пустотень, видите, место пригодилось. Я его заюзал. Все здорово, все классно, запущено было, причем я в процессе вот этого всего дела, или не в процессе всего этого дела, я вот сейчас уже тоже вам не расскажу, но суть в том, что на самом деле производство вот этого коковингаза есть еще в одном месте, вот здесь вот, очень близко, вот это производство коковингаза. И я не помню, то ли я об этом вспомнил, то ли я где-то пробегал, такой, о, так у меня же тоже есть коковингаз здесь, и так далее. Здесь стоял, в общем-то, просто выбрасыватель, сжигатель, опять же, этого коковина. Я такой, ну, это не дело. И я его просто протянул туда, вот она, труба появилась, которая туда пошла. Естественно, у меня есть три печки, которые производят вот этот вот коковингаз. Соответственно, они производят его 10 в секунду, три печки 30 в секунду. Замечательно. Проблема в том, что
уже впоследствии, когда это все было запущено, начались твики разные, оказалось, что вот этот аппарат, они выключаются, когда у меня ацетилен или что-то производится. Ацетилен, когда он просто не потребляется, мне он не нужен, правильно? Оказалось, в таком количестве эти аппараты выключились. Здорово, они раньше нужны были только для ацетилена, а этот газ был побочкой, который я выкидывал. А мне-то нужен-то он сейчас теперь в постоянке, и у меня появилась очень неприятная картина. Вот, сейчас я ее, к сожалению, не покажу. Я вот уже, опять же, опосля, когда пошел спать, понял, что нужно было сделать. Нужно было сделать сейф в том моменте и просто его загрузить вам и показать. Но суть примерно такая. Собственно, производство выглядит вот так вот. Выглядело. Вот такая вот диаграмма с пиками точеными. Да, то есть вот пик. Производим мы 600 газа. Там, ну, там на тот момент было меньше, там 60 газа. Яма 30 газа, пик 60, яма 30, пик 60, яма 30. Причем пик, если пик коротенький, вот именно вот такой вот острый, да, то яма, она вот с такой вот, ну, вы поняли, несимметричная они, короче. И то есть гораздо дольше у меня производится всего лишь 30, и только иногда 60. По факту мало, да, и вот это выглядело немножко по-другому, но очень похоже на то, как вот здесь. Естественно, это связано с потреблением газа было. Вот. Как только он сжигается в аппаратах, начинают печки работать, выплавляет горячий газ. Опять, горячий газ, ну что, у меня этот куковин газ остается, бойлеры не зажгли его, не сжигают, печки стоят, отдыхают, ждут, когда газ сгорит. И вот на этом моменте, ребят, я задолбался и удалил игру. Нет, я вышел из игры, это не шутка, да, я просто плюнул и все, нажал exit. Вот. Сделал я это для того, чтобы поставить мод, который называется, по-моему, Power Priority. Я еще его гуглил до перерыва. Работает он очень просто. Вот, Power Priority Selector. Ты кликаешь на машинку, и он дает ей приоритет. Кликаешь с альтом, он понижает приоритет. Но, к сожалению, приоритетов всего лишь два. Потому что в ваниле в игре только два приоритета есть. Да, повышенный и пониженный. Вот здесь топлика нет. Почему топлика нет, ребят? Вы что? Что вы тут? Кальцием карбидом, а что у вас? Что вообще вы должны работать? Ну стоп, здесь все забалансено было когда-то. Алло, алло, блин. Чего вы вату катаете? Ну что-то вату катаю, короче. Все это должно работать, но, блин. Видимо, не работает. Вот что я могу сказать, как надо. Ну да ладно. Опять же, вот эти аппараты сжигателя, там, как вы понимаете, появились именно по той причине, что мне нужно было ацетилен куда-то сжигать, да, потому что мне ни в коем случае нельзя было допускать того, чтобы он вставал. Да, потому что, ну, мне иначе не будет производиться горячий воздух, а он мне нужен. Вот. И я такой посмотрел, у ацетилена теплотворность 1000 мж больше, чем у Light Oil, если что, на соточку. Да, то есть я такой, блин, да это замечательное топливо. И раз я его могу производить, чё бы мне его и не сжигать. Но к тому моменту я уже поставил Power Priority, и сплевался же я вот здесь. Потому что я поставил два бойлера, наградил здесь целую вот эту колбасу моторов, в полтора раза больше, чем им надо. Я открываю один бойлер. 14,8 сжигает. Отлично. Открываю второй. 2. 2, блин! Ну ты 14 должен их сжигать. Не 2 в секунду. 14! Еще 12 в секунду просто стоят, жопу жуют. А из-за этого вот эти аппараты не включаются. Потому что у них избыток, блин, этого газа. Сейчас его нету, конечно. Просто тут была цистерна на 50 тысяч этого газа, и поэтому у меня был этого газа избыток, ну, то есть его хватало, чтобы все моторы вот эти запитать, все вот это, да. И они работали, они просто стояли именно из-за того, что вот эти не хотели сжигать аппараты. То есть вот он стоит, два у него, и все, и ты вот хоть тресни, два и два. Да мне не два надо, мне надо, чтобы ты работал нон-стопом. Я сгорел, поставил Power Priority, протыкал вот это все, и оно заработало. Просто сейчас у меня реально очень мало потребляется на базе электричества. И даже имея... Ну, вы видите, вот эти Power Output 3,5. То есть они вот эти под потолок выделяют. То есть если я сейчас сделаю пониже им приоритет, они начнут еще меньше. Там 0,6 какие-нибудь. И так далее. Сейчас они, ну, видимо, даже под приоритетом оно сплющивается. Потому что у меня база сейчас очень мало потребляет. Вот, сотку всего. Даже меньше сотки. Не знаю почему, если честно. Вот, когда она разгонится там под 200, это все дело будет на потолке работать под приоритетом. Да, то есть это приоритетно теперь работает, боже. Но эта функция должна быть в ваниле встроенная, не то, чтобы я начал градить какие-то там
150 этих вот, как его, логических штук, которые бы мне сравнивали. Ага, есть ли у меня тут электричество? Есть. Ага, тогда вот рассоединяю этот вот затвор. А вот если нету его здесь, и оно не накопилось, тогда закрываю его. А чтобы ты не дергал его вот так вот, как эпилептика, давай мы поставим здесь буфер, и вот мы будем сверять, буфер полный, тогда открываем. Буфер пустой, тогда закрываем. И вот это вот просто горбуха, просто чтобы выполнять одну, блядь, простейшую функцию, давать приоритет электричеству. Это должно быть в ваниле, должна быть менюшка, в которой ты просто создаешь группы, да, ты говоришь, ну просто там, сколько хочешь, да, и на любом производителе электричества должна быть еще одна тоже менюшка, что я на нее кликнул, да, каким-то образом, и выбрал, к какой группе этот мотор относится. И дальше я просто в список этот отсортировал, ага, вот эта группа первая, это вторая, это третья, это четвертая, это десятая, и все. Вот так оно должно работать. К сожалению, этого нету, и вот приходится использовать костыль, да, костыль на самом деле он скорее всего эмулирует, имитирует. Ну, потому что у аккумуляторов приоритет относительно моторов в игре в ваниле, собственно, это вот единственное, что можно обузить. И, скорее всего, он для игры вот эти вот моторы становятся чем-то вроде аккумуляторов. Игра начинает считать их за аккумуляторы, и поэтому начинает высасывать из них электричество в первую очередь. Вот и все. Ну, каким-то своими внутренними определениями оперирует, ну, примерно так вот. Да, но вот нормальной организации приоритетов в игре нету. И вот, к сожалению, вот на носу там 2.0, и там очень много разных мелких улучшений. Самое главное для меня это, конечно, рельсы, ну и для многих. Вот, но в остальном вот DLC выглядит как шаг вообще в сторону и не туда. Там очень кучу какой-то хренотени добавляют. Мне абсолютно это не очень нравится, что там разрабы делают. А вот в то время каких-то полезных функций почему-то они не доделывают. Хотя простейшие функции, ну вот просто модами это нельзя сделать, потому что нужно модифицировать сам движок, да, там в движке должны быть прописаны штуки. Ну, естественно, я здесь тоже все везде приоритеты воткнул, теперь вот эти аппараты сжигают абсолютно всегда все, да, если у них есть топливо, они это сжигают, да, то есть они теперь не простаивают, они теперь не сплющиваются, мне не нужно делать колбасу моторов в 5 раз больше, чтобы они при любом раскладе высасывали. Причем колбаса моторов — это, конечно, прикольное решение, если бы не одно но, о чем я говорил, оно создает фейковое максимум, да, потому что игра смотрит, ага, стоит 20 моторов, значит, вот будем считать, что это мой максимум, да, что это есть максимум, который они могут выдать. А то, что это 20 моторов из них, расчет на то, что они в потолке будут из них работать только 4 из 20, да, просто я должен это размазать в 5 раз больше, что если у меня база потребляет в 5 раз меньше электричества, и оно пропорционально меньше потребляет, что у меня все равно, блин, бойлер сжигал 100% топлива, которое я хочу, да, а не в 5 раз меньше, потому что иначе у меня все встанет здесь. И я хочу, чтобы это было приоритетно при этом. Да, я таким образом приоритет как бы настраиваю. Вот. А то, что у меня там вот, соответственно, 16 моторов, они никогда не включатся, игра не может узнать, и она мне будет показывать фейковое, раздутое максимум, да. Это не дело. Соответственно, строить везде электрические эти, блин, трансформаторы тоже не дело, потому что они требуют, блин, где они там? Они требуют батареи, которые я получу еще через 150 часов. Да. Ну ладно, может быть, часов через 10-20, но реально. Опять же, везде строить эти трансформаторы, ну это тоже какая-то дрестанина. Вот. Короче, вот я сгорел реально вот на этом месте, просто, ну, зла не хватало, просто аж трясет. Да, пошел, поставил мод, все работает как часы. Вот. Здорово. Я доволен. Вот. Там, вот, поэтому здесь вот можно увидеть, что оба аппарата практически в максимум сжираются. И вот, если база начнет там хотя бы 150-180 потреблять, здесь будет максимум стоять. Все. Мне не надо придумывать, вот. Что бы мне сделать? Как бы мне изъебнуться, блин? Чтобы это работало на максимум. Вот, все. Четенько, ребят. Балдеж. В общем, с горячим воздухом было все это дело разгреблено. Построено. Вот. Портал здесь был, назывался Кероген. Здесь был Кероген, который я сожрал. Вот. Я его руками поперетаскивал, пока это все делал. Потом после этого я что-то вернулся сюда. Обнаружил, что у меня чуть-чуть этого рыбьего жира накопилось. Там буквально соточка. И я такой, ну блин. Ну, рыбий жир все равно ведь здесь, правильно. Соответственно, собирать тормоза я буду здесь, точнее, гирбоксу. Вот. А там, и я такой думаю, блин. Раз аппарат я буду ставить здесь, никуда я не потяну эту трубу сейчас пока что. Надо накидать сюда вот компонентов. Опять же, это достаточно классическая ситуация. Не знаю, как для ванила, но для Бубангела точно. Когда у тебя просто, ну, КПД экономическое, ну, вообще, ресурсное. Именно сделать сборку чего-то прямо сейчас, прямо здесь, на руках.
да, и уже то, что ты собираешь, начать использовать, да, получать уже выгоду от этого предмета, чем сидеть еще там 10 часов, организовывать автоматизацию этой сборки, ты, ну, не value, в общем-то, все это дело. Городите, что-то уже подустал, просто спустя час, сколько тут набежало. Да, уже час набежал. Вот, градите этот огород, да, ты просто делаешь ручную сборку и пользуешься предметами. А в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты все больше, ну, тебе предметов этих все больше и больше начинает требоваться. Ты все чаще и чаще туда начинаешь бегать, носить ресурсы, и все меньше и меньше тебе хочется этим заниматься. Вот, и, соответственно, ты уже в этот момент, в какой-то из моментов, да, начинаешь уже думать о том, что это нужно автоматизировать уже окончательно. Вот, а эти штуки очень нужны. Да, это вот этот сборщик, да, который не требует никакого там ни угля, ни пепла. Замечательная штука. Конечно, если бы не одно но, эта хрень потребляет 2,7 мегаватта, а вот эти аппараты потребляют 75 киловатт. То есть это в 30 раз больше, если я правильно считал. Да, правильно? Ну, где-то примерно в 30 раз. В 20, в 30. В 30 раз. Вот. У меня как бы электрический кризис, да. Сейчас, конечно, вся база, почти вся база стоит, поэтому вот, видимо, 93. Но были пики и пожирнее. Да. Ну, вон, видали, что происходит? Электролизоры включились, пук с ренькой, и база чуть не умерла в этот момент. Вот, так что как вот раскидываться этими аппаратами в любом случае, по-моему, не стоит. Вот, но в каких-то местах, наверное, можно их использовать. Вот, ну и, естественно, поезда нужно хотя бы два организовать, наверное. Да, первый — это доставка вот отсюда. Газ там, по-моему, то ли Сингаз, то ли что, я еще там тысячу лет там не был, еще как вернулся туда не ходил. Сколько его там накопилось, интересно. Может, там уже все забилось и не работает ни хрена. Вот, но в любом случае, на самом деле, Сингаза у меня стало больше, я вот этот момент чуть не забыл вам сказать. Ну, короче, да, то есть вы видели, что здесь тема с горячим воздухом раскрутилась, замечательно. Естественно, в итоге я поставил еще просто одну печку на выработку этого газа, потому что я такой посмотрел, и, блин, сжигатели этого газа очень неплохо электричество выдают, на самом деле. Там получается, ну, я произвожу один вот этот аппарат, производит 10 газов в секунду, а сжигается, ну, пусть 15 в секунду. То есть они три вот этих печки на 2 бойлера, да, то есть получаются. Вот, и я уже в прошлом ролике говорил, тысячу раз говорил, я ни хрена не знаю, как посчитать мне эффективность электричества вот твердого, да, кокс, я там теряю, на самом деле, сколько-то электричества, то есть, если газ сжигать, я теряю там 10 row coil, то есть, это 30 мж, превращаются, по-моему, в 4 в кока, да, то есть, в 20, то есть, я превращаю 30 в 20 мж, теряю 10 мж, но я получаю вот сколько-то сверху вот этого газа, соответственно, я точно знаю, реально заговариваюсь, ладно, сейчас надо будет все равно добить все то, что я хочу рассказать. Не очень много осталось. Я точно знаю же, сколько вот эти аппараты вырабатывают, да, то есть 3 к 2. Соответственно, я знаю, что вот этот один аппарат поддерживает 4 мотора. 4 мотора мне выдают, ну, сколько там, 15 мегаватт. Да, соответственно, с 3 аппаратов я получаю 30 мегаватт в секунду. Не знаю, можно так говорить или нет, но вы поняли, да, то есть стабильные 30 мегаватт я получаю. За вычетом нужно вычесть, сколько потребляют 2-3 таких печки, это будет 6 мегаватт, то есть это 24 мегаватта. Плюс вот эти аппараты, их тут 16-17, ну, еще там 3 мегаватта, ну, короче, там 20 мегаватт, да, то есть с 3 аппаратов, вот с таких, я буду получать 20 мегаватт, вот. Но вопрос в том, что сколько я теряю при конвертации угля. Я теряю, вот я говорю, 10 мж. Как относятся 10 мж к 20 мегаваттам? Вот хрен его знает. Правильно? Вот. Но, по идее, это должно быть выгодно, потому что уже после того, как я это дело раскрутил, уже пошел спать, и еще, блин, часа 4 не мог уснуть. Блин, лучше бы я в факторке все это еще просидел время. Вот. Но я точно помню, что я и гуглил, и мне отвечали, я спрашивал уже насчет, я это в ролике тоже, по-моему, упоминал, типа, что делать с электричеством, и говорили, что вот, да, там, потом вот обработка угля, вот такая продвинутая, это вот, типа, тема, мета, да, и, по идее, это должно быть все-таки плюсовая вот эта вот все конструкция, да, но причем самое забавное то, что а нафига я тогда строил вот эту обработку угля-то, ёпрасоте, Coil Steam, это новый, это другой. Вот это вот я зачем строил? Вот это вот. Зачем я строил вот эту обработку угля? Если мне, по сути дела, самый рабочий
Выплавка угля — это вот чисто один аппарат, который его в кокс впрессовывает, и дальше все. Кокс сжигаем, газы сжигаем. И вот это вот все вообще не нужно, да, вот, вот раздробление на вот дерьмо, на крашит койл, на койл даст, вот это все вообще нахрен не нужно. Тут что-то ничего не работает, по-моему. Как-то что-то вот не похоже, что что-то работает. А, уголь забился обычный. Хотя я вроде бы все тут синхронизировал, чтобы все работало. А может быть... А, ну сейчас же не потребляется электричество. Здесь почти лям. А, это полное практически. Это еще не полное. Ну вот, вот. Тар. Тар я отсюда хотел подвезти. Не сингаз, а тар. Ну, там где-то нужен был в количествах. И вот, собственно, я хотел это вагонами уже таскать. Вот. Но вот надо, да. Я хотел сказать, что с газами чуть ситуация улучшилась. Вот. Сейчас я вам покажу, почему. Ну, в целом, вы, может быть, и смогли сориентироваться, но я все-таки это проговорить хочу. Вот, просто прикол в чем. Да, то есть вот этот аппарат был выключен, и, соответственно, коку я почти не получал. В принципе, вот отсюда ее шло меньше, да. Здесь, точнее, ее, в принципе, здесь не получается никакой коки. А, нет, получается из середины, да, но очень мало, короче. Вот, вот этот, эта схема, она дает больше кока, но меньше всего остального. Она не дает вот железа, угля, вот этой вот, этой побочки. Вот, соответственно, вот эти аппараты, они очень мало работали, потому что сюда не поступал кок. Вот, а кок нужен был для генерации сингаза, а сингаз нужен там вот-вот-вот. И, соответственно, так как я улучшил выработку коки, да, удвоил фактически, ну и вообще, в принципе, ее здесь включил, вот эти аппараты стали работать лучше, больше чаще, соответственно, сингаз у меня стало появляться, вот, опять же, больше чаще, соответственно, ну, ситуация чуть-чуть разрулилась в этом направлении, прям совсем капелюх. Еще бы вот здесь вот не забивался бы, конечно, что тут забивается, это тоже можно сжигать, 250 это не очень много, конечно, теплотворность, но пойдет. Здесь, кстати, из печи Стима кока тоже получается, только я читаю, куда я его деваю, да. А, он сюда же и возвращается, да, в общем, куча, но что-то он здесь не производится, потому что здесь что-то избыток. А почему здесь такая дрестанина? Кто мне скажет? Кто так насрал? Почему здесь, чего здесь избыток-то? Ёпросоте, нафталина, ё-моё. У него хреновая там, не сильно высокая, она 300 кило, тоже 300 килоджоуль, тоже надо поставить сжигатель вот такой вот. Вообще, почему я пич сжигаю? Пич не надо сжигать, как раз таки. Пич надо вот сюда тогда забодяживать, правильно? Хотя, блин, такой себе. Из 100 пичи получается всего и мало. Как-то, да. Всего и мало. Ну, суммарно там он 30, 50, 70, 80. 80 жижи всякой. И 10 коки. Вот. Потому что у пичи, по-моему, лучше теплотворность. Точнее, сотка самая минималка, по-моему. Хотя, по-моему, эти аппараты все-таки имеют смысл, потому что у Light Oil 900, да, и, соответственно, 20 Light Oil уже дадут больше теплотворности, чем 100 питча, да. Ну, если там это в единицу мы считаем, да, 100 на 100, это меньше, чем 200 на 900. Вот, ну и плюс там, опять же, нафталин, это 300 антрацен, тоже сколько-то. Кока тоже сколько-то, кока опять же пойдет сюда. Но надо это, короче, разгрузить. Надо вот это, вместо сжигания пичи здесь просто переделать сжигание вот этого на дрестанина. Другой, короче, надо сжигать. Не пич. Ладно, это тоже надо будет заняться. Ну, короче, вы поняли, да? То есть я чуть-чуть разгреб свою химию. Вот, на самом деле. Вот. И опять же, самое главное, то, что вот приоритет я смог на эти аппараты сделать. И это тоже подразгребло ситуацию. И электрическую тоже. И что-то еще я хотел сказать. Да, момент там какой. Получил я горячий газ, да. Я вообще танцевал с бубном вокруг чего? Вокруг того, что вот на мое запланированное железо мне нужно 533 кислорода. Правильно? Вот. И я именно вот эту планку и хотел взять. Собственно, вокруг которой я начал танцевать. 615. О, есть она. Ну, в теории. Здесь есть провалы, да. Но эти провалы теперь связаны с тем, что просто недостаточно изначально коксового газа, и это нужно просто расширять эту тему. Но судя по тому, что она метовая, расширять ее имеет смысл. Вообще надо то производство вот разнести полностью вообще, разобрать. Зачем я его строил? Зачем я вот это строил? Это все разнести и поставить здесь просто пару аппаратов за как все этого. Ну, поняли, да. Ну, вы поняли. Серьезно, это все надо разбирать, по ходу дела. Но мне хотелось это построить. Я же играю в удовольствие.
Вот, а я бы не построил, потом бы я не знал, что оно плохо, правильно? Вот, а так узнал. Но суть в том, что надо действительно расширять, масштабировать, соответственно, вы поняли. И чтобы у меня было больше. Тем не менее, 500, да, планка была вот именно такая. Такой 500, ага. Смотрю, у меня производится там, ну, 600 где-то, да. Ну, то есть я все сделал, отлично. Думаю, ну, у меня он, даже 900 пик есть. Нормально. Я думаю, окей, железо строить у меня уже сил нету сейчас. Поздняя ночь. Думаю, протяну я хотя бы этот горячий воздух на вот сюда. Собственно, вы это уже увидели. Это не суперсложное занятие, и подключение это тоже не суперсложное. Здесь пришлось только вот этот аппарат сдвинуть вот на единичку. Но опять же, это Ctrl-X. И один клик, два клика делаешь. Все остальное делают боты тоже. Ну, там максимум тут 5 минут все это дело. Заняло, да, трубу протянуть. Я вдоль синтгазовой протянул ее. Вот здесь, да и все. Ну, может быть, 10 суммарно я потратил на это времени. Подключил, все здорово. Вот это можно сносить, как я уже сказал. Это точно уже ничего не делает. Все здорово, все классно. Ну, value на самом деле самое адекватное здесь на вот этих банках. Потому что, ну, стекло это просто стекло. Да, то есть, ну его там вместо 5 стало 7, то есть почти в полтора раза, окей. Вот эти плашки тоже только стекло, их вместо 2 стало 3. А здесь-то еще раббер-стопперы, вот эти. И, соответственно, здесь я из 2 банок стал делать 3, при том же потреблении и стекла, и раббер-стопперов. То есть вот это самое value, потому что теперь в полтора раза меньше раббер-стопперов мне требуется. Не то чтобы они из чего-то такого суперценного делались, но вот латекс у меня ни хрена нет, потому что мне надо что-то делать. Надо... Почему тут латекс? Что-то, кстати, недельно, смотрите-ка. Output full. А он ни хрена не full же. Вот здесь вот его нету. А, тут тоже output full, поэтому он не поднимает. Все понял. Ну ладно, все нормально здесь. Не сломалось ничего. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть вот эта конструкция, ее КПД улучшилось в полтора раза. Вот этой всей вот этой вот конструкции производства латекса. Просто потому, что ее раббер-стоппер стало в полтора раза меньше требоваться. Замечательно. Вот, что-то я еще хотел сказать. Блин. Короче, да, вот сейчас, наверное, к лид-солдеру. Ну, то есть я это... Вот что я хотел сказать. Да, серьезно супер устал. Сорян. Короче, да, я это все сделал. Подключил. Ну, а знаете, что обнаружил? Вот что я обнаружил. Здесь можно чуть выше сделать. То, что вот эти аппараты способны сжигать аж вон... 300, блин, что я говорю. Аж 300, почти 400 горячего воздуха. Если это все включается, оно выжигает, выжирает. Я думал, я не ожидал, что настолько много здесь нужно будет горячего воздуха. Вот. А 300 это почти все, что у меня есть. Это половина, а то и больше половины. Да? А мне 500 надо на железо. То есть мне нужно еще расширять все-таки мою конструкцию. Это было очень неприятно для меня, но когда я это все дело подключил, я осознал, что вот этого недостаточно. Так что, да, здесь нужно это полностью реворкать. Да, но об этом надо будет думать, чтобы вот это... Ну, вообще нужно сделать так, чтобы вот этот аппарат работал просто нон-стопом. Они не то чтобы очень много, на самом деле, там теряют, как вы видели, электричество. То есть они там по 300 киловатт на аппарат теряют. Пусть оно лучше работает, и пусть у меня будет избыток этого горячего воздуха, я его буду выкидывать, да, но зато у меня будет, ну, чтобы железо не остопорилось по причине отсутствия горячего воздуха. Так что здесь, опять же, нужно реворк, да, и грядет какое-то, опять же, переосмысление моей электрической сети, вот. Но вот это перестраивать я вообще не хочу, ребят, вот честно. Вот. И тем более я не очень хочу этот горячий воздух вести, какие-то рельсами надо делать. Тем более рельсы есть, составы есть, но надо строить. Опять же, это время, силы и так далее. Я говорю, тут строить не перестроить. И последнее, что я хотел сделать, показать в прошлом ролике забыл. Вот. Но это относится к теме «Я задолбался». Это, по-моему, почти последнее, что я сделал перед тем, как ушел спать. Потому что я реально задолбался. Я вот это уже после перерыва дважды сюда закидывал топляк. Вот тут стоял ящик двойной на каждый сборщик. Я уже дважды или трижды закидывал сюда топляк, как не прибегу, он пустой. Потому что эти аппараты его сжирают просто как не в себя. Вот этот уголь, я закидываю там по 4 стака, по 6 стаков. Час-два проходит, там пустота. А у меня солдер не хватает, а солдер нужен теперь еще теперь на шафте, правильно? То есть солдера нужно больше. Вот это производство нужно удвоить как минимум, наверное. И сделать его было стабильным. Я такой, блин, ну я задолбался уже сюда угли руками кидать. Я такой, смотрю, ну здесь вот в метре от него есть лента с углем. Чего я сразу не притянул? Короче, притянул сюда ленту с углем, все, оно теперь не заканчивается здесь. Они теперь работают нон-стопом, правда, здесь свинца не хватает. Ну да, удвоил. Утроил, блин, производство солдера, да, свинца нету.
Вот, почему майнинг флюида 15 лет? А, это прикол. Скобочка вообще не прикол. Ай, ну почему так-то? Я ж там ставил оверфлоу. Чё за бред-то? Ну, ацетилен в первую очередь должен набурыть, правильно? А сжигаться он должен только если его избыток, если его не девать некуда. А чё не так-то? Я ж там поставил оверфлоу и вензель. Я же не дурак же, правильно? Вон он стоит, я вижу. А! Я дурак, видимо. Да? Оверфлоу вензель. Да нет, не дурак я. Вполне себе. Вот, оверфлоу, то есть если здесь его больше 80, то тогда да. Тогда я его сжигаю. В первую очередь он идет, конечно же, на буры. Но он здесь просто не производится. Но вопрос, почему? Здесь вот эти битком. Эти стоят тоже битком. Че здесь-то, в чем проблема? Ага, по-моему, карбон диоксида избыток стал, да? Я его просто не сжигаю в таком количестве. И, а где тут у нас есть что-то такое, что можем заоверфловать? О. Все. Ну, жалко, конечно, этот карбон диоксид. Жалко парня, да? Жаль этого бедолагу, но, по ходу дела, у меня здесь все стопорится из-за этого. Я просто не рассчитывал, что я буду это прям вообще реально прям на плотнейших выжимать эту конструкцию, да, что она будет работать вообще нон-стопычем. Я ее построил, ну просто, ну вот такая она должна быть. Типа посчитанной. Но кейчу, кейчу. Походу, они не успевают закладывать. Сколько тут надо закладывать? 15 за 5 секунд, то есть это 3 в секунду. Блин, здесь бы 3 закладывальщика вообще надо там. Но здесь и вот этого-то много надо, 10. Блин, здесь вообще надо просто сделать, да, чутями это все дело закладывать. Это бесчутевые еще конструкции, да, мне не очень нравится, что они простаивают. Ну да ладно, не знаю, буду я сейчас это делать или не буду. Вот, ну ладно, вот разгрузил эту тему, да, починил. Ну нет, блин, не нравится, как это работает. Здесь просто негде поставить. А здесь 4, кстати, работают, здесь не 2, здесь 4, здесь с этой стороны еще 2 стоит. И что, их не хватает? 4 закладчика не хватает? Должно хватать, что за бред. Ну да ладно. Выкладка что-то какая-то тухлая, правильно? Еще выкладку поставить. Еле-еле тут шевелится. Давайте работать, блин. Мне надо, чтобы это работало все нон-стопычем. 7, 10, 12, 13. Еле-еле успевают. Ну их 4, они должны справляться с таким количеством. 4 закладчика. Че они вату тут катают? Если только вот этот вату катает, который с половинки берет, ну хрен его знает. Ну, короче, вот, да, починил этот момент. Теперь у меня не должно ацетилена... Дефицит быть ацетилена. Это вообще выкидывает хрень какая-то. Вот, короче, такой прогресс. Да, то есть нормально я посидел плотненько. И если вот я говорю, в предыдущий раз я посидел, что-то подел, и прогресса не ощущалось. Тут я подел, и в итоге и горячий воздух получил. Да, только его нужно теперь раскрутить еще круче, чем он построен. Но самую базу я сделал. Да, под нее мне очень нравится, как она выглядит. Я и рыбок развел, и в целом нормально все. Да, прогрессик есть, и рельсы он уже начал строить. В целом вот эту линию надо уже тянуть. Самое главное вот сюда. Чем бы здесь у меня дело не закончилось, я отсюда ничего доставлять лентами не буду точно, не хочу. Это принципиальная моя позиция. Да, вот, соответственно, оттуда что-то надо возить. И уже надо пакетчи нормально тоже свозить, блин, в одно место. Может быть, где-то в другом месте это построить. Может быть, вообще, знаете, может быть, отшиб какой-нибудь выбрать, кстати. Да, потому что здесь место построишь, через час 10, 25, 10, 5, здесь уже все будет, опять же, нагромождено. Но одно на другое, какой тут лабораторий, может быть, пустырь выбрать вот здесь, типа, вот. И здесь построить, ну, сделать место для лап. Или вот здесь где-нибудь. Или вот здесь вообще. Ну, и чисто туда, и отсюда возить рельсами, и отсюда возить рельсами. И уже чтобы там все на рельсах было, да, все. Как почувствовать рельсы надо. Ладно, на этом давайте заканчивать. Блин, я реально думал, что вроде бы я как-то все в полчаса укомплектую здесь весь рассказ о том о сём. Но, видите, набралось много. Но, надеюсь, вы посмотрели, что вы подпишетесь на Boosty, чтобы серии выходили чаще, больше. Потому что, ну, блин, силу, времени уходит на это миллион. И телега, да, то есть нужно целый день сидеть, там, часов 8, да, чтобы получить, ну, чтобы что-то, какой-то прогресс получился, и чтобы об этом вам потом рассказать, это еще час, да, вот, так что это дофигище времени, и сами посчитайте, если на одну серию, там, тратить 10 часов своего времени, например,
сколько нужно денег, чтобы это окупалось. Потому что никакие лайки здесь это не окупят. Они, конечно, могут помочь продвинуть видос на Ютубе, но Ютуб-то мне как бы с этого ничего. Да, будет там 100 просмотров, или 1000, или 10 тысяч. Мне вообще с этого не жарко, не холодно, по факту. Да, мне единственное, чего тепло, это от ваших подписок на мой. Да, потому что, к сожалению, интернет не бесплатно, и за просмотры роликов Факторки не проводят, а 1000 рублей он стоит. Опять же, квартплата, еда и так далее. Шурма, блин, 200 рублей, если что. Я тут съел одну, год не ел. Вот. Последний раз ел, блин, 150 было, а уже 200. Вот так вот. Вот так вот. Так что, да, к сожалению, без денег в нашем мире не прожить, поэтому подписывайтесь на Boosty, если вот хотите, чтобы я больше времени своего инвестировал в ролики, чтобы вам был контент. Ладно, на этом все. Еще увидимся.